Hey bro, how are you? Today record for you game FIFA 10 Platinum Disc PlayStation 3. No interesting book, insert disc. 1 second, loading game. EA Sports. It's in the game. Headshot. Готовьтесь к интересному. Мы, Юрий Розанов и Василий Соловьев, вам готовы это пообещать. Но помощь команд нам необходима. Прозвучал судейский свисток, первый удар по мячу состоялся, игра началась. И пробьет команда сейчас. Ментал. Вольф. Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. По флангу развивается атака, и можно сделать передачу в центр. Ты видишь, все прекрасно, игрок обороны, и внешне без труда перехватывает этот пас. Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Ментал. Гомес. И нужно бить по воротам. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. И это красная карточка. Равновесие в игре может нарушить. То есть оно нарушилось уже с точки зрения кадрового наполнения команд. Да? А вот что по счету, он пока рано. Как тяжело играть в десятером. Равный счет, я думаю, это ненадолго. Вот передача. Масса вариантов и штрафной судья назначает. Будет штрафной. Мощный удар, но на сей раз судьба хранит голкипера и его команду. Да, мимо. По телевизору прям совсем кажется, что мимо. Видно, парень учился под катом, исполняет здорово. Это шанс! Неточный удар игрока, и мяч проходит мимо. Мимо. В общем, мимо. И мяч у команды противника. Не худший вариант, а вот хотя, конечно, пас безобразный, но соперник-то мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Гомес. Швайнштайгер. Ну же! Футболисты мюнхенской Баварии готовятся подать или разыграть угловой. Thank you.
Schweinsteiger. Rintal. Рубен. Удачный проход. Не только голые эмоции, но и холодный расчет здесь работали. И вратарь снимает мяч с ноги у нападающего. Подловил, подловил. Вот так вратарь сегодня, а? Неточный пас или защита сыграла здорово. А вернее всего и то, и другое. Мяч у футболиста в Баварии. Он остался, хотя и было нарушение. Рубен. Защитник спокоен, он занимается своим делом. Угловой удар. What are you doing, man? Oh, shit. Ушел мяч в аут. Выбрасывать будет мюнхенская Бавария. Рубен. Гомес. Ну, и арбитр назначает пенальти. Ну, что тут можно сказать? Только одно пенальти надо забивать. Момент и для арбитра тоже. Футбол тоже, не только в хоккей играют настоящие мужчины, действительно через боль. Давай, давай, вставай, парень, вставай. Тимощук. Швайнштайгер. Гомес. Тимощук. Свисток арбитра прозвучал, а что будет дальше, посмотрим. Так, в этот раз арбитр предъявил горчичник, хотя нарушение было грубо. Ну, судья знает свое дело, судя по тому, как он отработал предыдущие матчи, и, в общем, нареканий-то к нему нет. Требует красную мало, желтая, а ведь красная уже одна была. В этот раз орбит перекладина! Продолжается атака, никаких проблем у вратаря не было, спокойно забрал мяч в руки. Сегодня было достаточно остановок по самым разным причинам. Добавлено будет времени изрядно. Не надо смотреть, не надо искать, кому пас отдать. Надо двигаться. И вот он, удар по воротам. Выронить этот мяч надо было постараться. Он же сам шел в руки. И вратарь ногой выбивает мяч в аут. Игрок мюнхенской Баварии будет выводить мяч из аута. Рубен. Не получилось. В прошлый раз вот еще одна попытка удачно аут разыграть. Рубен. Передача с фланга. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Свисток арбитра возвещает об окончании первой половины игры, которая закончилась с ничейным счетом. Болельщики иногда кричат: забейте гол, а как, не важно. В принципе, вот после такого тайма думаешь, скорее всего, они правы. Потому что все время идет какое-то движение возле ворот, удары, и, казалось бы, головокружительные. Но куда вы бьете-то? А вот тут может получиться очень интересно. И защитник идет в подкат, и что арбитр будет решать? Ну что, можно так сказать, что и принял удар на себя. Гомес! И вот в этой... И судья ставит пенальти. Удар и гол.
матч открыт только во втором тайме. Передача получилась безадресная. Аут. Гомес. Не доходит мяч до ворот. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно. Надежно сыграно. Ничего не придумали. Кончилось дело не точно. А ворота-то были совсем рядом. Какой же защитник молодец. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Рибери. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Аристес, Тимощук. Гомес. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет бросать мяч за боковой. Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось. Аристес. И все, конец атаки. Или вернее, начало другой со стороны соперника. Последним, кто коснулся мяча, был Ди Мичелис. Ну а теперь соперник будет уводить уже из-за пределов поля. Винтал. Отобрали мяч у соперника и посмотрим, получится ли встречная атака. Рибери. Не замечая соперников, рвется игрок к воротам. И у форварда был шанс, казалось, был, если бы он первым оказался на мяче. Но первым оказался вратарь. Да, вратарь молодца. Ван Бюйтен. Тимощук. Рибери. Покидает мяч пределы поля, угловой удар. Удержать победный счет или его увеличить, тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены тоже. Голова. С этим моментом голкипер справился, но игра продолжается. И получилась хорошая передача, продолжается атака. Рибери. Отчаянно бросается, в общем-то проигравший позицию защитник. Кажется, успевают мяч выбить. И пенальти нас с вами ожидает. Ну что, рефери, готовься к жалобам, потому что теперь тебя будут атаковать сразу с двух сторон. И с той команды, где ты уже удалил футболиста, и с той, у которой ты не удалил еще одного. Вот она, судейская доля. И в прессе я уверен, что ничего хорошего не напишут. Ну хоть бы один полжурналиста написал бы в защиту судьи. Ну, куда пробьет? Вправо, влево, пробуйте угадать. Ах, уже не важно, он уже забил. Метал Тинтов. Тимощук. Гомес. Ну, а есть. И безусловно, сейчас трибун скандирует фамилию вратаря совершенно заслуженно. В этом эпизоде он спас свою команду. Да, так вот смело и расчетливо поступил. Ну надо же. Пинова. Неточный пас, очень неточный пас, вроде не мешал никто, однако аут в пользу соперника. А защитники куда смотрят? И упущен хороший шанс забить, атака была хороша, не так далеко до ворот, согласитесь, да, но удар головой был неточен.
И отсюда можно быструю контратаку раскатить. И выше, и мимо. Okay, guys, stop record this video, like, subscribe, comment. You like this game? It's best game. I bet play this game. Game it's best. Like, subscribe, comment. Good luck, bro. Bye-bye. Thank you for seeing.